После сильных морозов наступила оттепель. Крыши домов обросли ледяными глыбами. От снежной стихии могут пострадать и прохожие, и припаркованные автомобили. А между тем, многие крыши домов Иваново очищают нерегулярно. Огромные сосульки, почти до 2 метров. Причем самое-то опасное не на углах. И где люди как раз огибают дом, они всякий смотрят туда наверх. По мере возможности убирают. Больше, наверное, беспокоит то, что вот дворники плохо сейчас стали выбираться. Управление благоустройства поясняет, что в городе недостаточно фирм, занимающихся промышленным альпинизмом, поэтому очистить все просто не успевает. И если бы дворники, как в старинное время, это делали, со строповкой залезал туда и свежий снег сгребал, то никаких бы сосулек не было, никакой бы не было проблемы. За новогодние праздники на горячую линию управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иваново уже поступило 14 обращений по поводу наледи на крышах. 8 адресов уже посетили сотрудники ЖКХ. При получении обращений граждан, либо любых других заинтересованных третьих лиц о том, что не убираются сосульки, мы организуем выход инспекторов управления жилищно-коммунального хозяйства. Они составляют акт вместе с управляющей компанией. Желательно стараемся привлекать жителей. По составленным актам управляющие компании выдадут предписание. На следующий день повторная проверка. Если предписание не выполнено, вопрос вынесут на решение административной комиссии. Возможно, что дело даже передадут в прокуратуру. В любом случае, если снег с крыши упадет на человека или повредит автомобиль, ответственность понесет управляющая организация или собственник здания. Юлия Миронова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.